Чекую, ко всему готовы. Разведка Чикори донесла, это сложный случай. Рад вещает вам истину. Хочу поговорить с вами про Тарун Матару. Ваша мощь.
Если бы не ты, не знаю, что со мной было бы.
разберусь с ним. Будет им свинцовый дождь. Принято. Защитить некому. Берегись! Смотри в оба! Не смотри на меня, ага! Всех собак. Где эта Амкария? Она сейчас рожает. Найди кого-нибудь еще. Аджай слушает. Могу помочь. Супер. Мы отправляем еду голодающей деревне, но она может испортиться. Нужно спешить. Без проблем. Высылаю координаты. Осторожнее. На дорогах опасно.
Стартуем сразу. Так, Амкари была беременна? Я думала, она просто жирная. Она меткий стрелок. Могла сбить муху с задницы Яка за 100 метров. Это же Аджай, с ума сойти. Забирайся наверх, стартуем сразу. Так, Амкари была беременна? Я думала, она просто жирная. Она меткий стрелок. Могла сбить муху с задницы Яка за 100 метров. Ah!
пополнить. Ай! Смотри, там нельзя проехать. Тебе отбить надо, да? Давай побыстрей.
что, надеюсь, дотянет. И собеседник она была хороший, но на задании говорила одно: заткнись и веди. Все доставки мы с ней проворачивали на ура. А это особенно важно. Люди там дерутся из-за объедков. Этот сраный Пейган вернется в каменный век. Омкари точно доставила бы эту еду. И обо мне бы позаботилась. Слышали новости? Омкари родила девочку. И... это еда? Еда, еда. Но не про твою честь. Это разгрузить бы надо. Поесть бы. Спасибо, что заменила Омкари. Она бы гордилась тобой. Молодец. Если ты уважаешь зверя, возможно, ничего страшного. У армии есть броня, у нас тряпки. Ты охотишься, и мы можем заняться своими делами. Спасибо. Надо глянуть, что там!
в груди осколки шрапнели уже давно там. Да и плевать. Чуешь? Ковром воняет. Умылым каким. Когда я закончу, тебя и мамка не опознает. Фаршированная лапа небесного тигра. Оу, тигра! Думал, сюда никто не придет. Придет. Солдаты держат людей в небольших лагерях перед тем, как убить, изнасиловать или отправить в Дургеш. Я понял. Я спасу их. Thank you.
свободный тиран вмещает вам истину. Хочу поговорить с вами про Тарун Матару. Сейчас объясню ситуацию. Собал поставил все на эту девочку, Хадру. Знаете... Моих родных убили. Уйти? Они точно меня найдут. Ты спас мне жизнь. Благодарю. Я бы никогда так не смог. Было бы куда идти. Как дела, Джай? Джай, рад тебя видеть. Это выглядит ужасно. Нет, я знаю, это обман. Зачем вы так? Солдат тут почти не осталось. Это здорово. Да хранят тебя боги. Ом мане падме хам. Thank you.
снова с вами Раби Рейрана. Ну-ну-ну, что у нас там? Искать патроны в карманах трупов – это отвратительно. Это... Это... Это...
Укрывающие их лица также будут расстреляны.
В эти времена важно оставаться верным на Пейгану Винниду. Не отчаивайтесь, свет Пейгана озарит путь к победе и вернет мир Ирарат. Свет Пейгана озарит путь к победе и вернет мир Ирарат.